Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Тимофей Федорович Кирьянов. Тимофей Федорович. Я работаю на кафедре очень давно, с 2006 года, и преподавал разные дисциплины разным факультетам, включая ФИФТ, когда он был на кафедре информатики, и разные языки программирования. В последние годы ко мне пришло понимание, что наилучший язык программирования для начального обучения информатике, то есть первый профессиональный язык программирования, школьников каких-нибудь, кумиров, это Python или Python. Поэтому с этого года на вашем факультете будет курс автоматики на языке Python. Курс новый. Так сложилось, что в задавальниках у вас старые программы, которые не имеют никакого отношения к программе информатики, которая вас будет вам учить. Программы вам будут розданы. К сожалению, вот этой лекции учебный отдел еще не успел мне их передать. Вот. Но они в ближайшее время будут напечатаны, если они напечатаны, и я вам их на следующей лекции обязательно раздам, чтобы они у вас обязательно были. Акцент нашего курса не на языке. Поэтому то, что язык Python, ни в коем случае не должно вас смущать. Акцент не на языке. Язык второстепенный. На чем акцент? Если мы говорим о программировании, то программистов бывает очень много разных. Стандартный курс информатики физтеха скорее заточен на системное программирование. То есть это C, архитектура, это операционная система с углублением, планирование и так далее, устройство файлов системы внутренней. Однако на вашем факультете необходимости в системных программистах невысока. На вашем факультете основное требование – это знание алгоритмов, чтобы вы умели, как говорят, умели программировать. То есть это одновременно и практическое обучение программированию, то есть умение работать в командах, создавать большие долгосрочные проекты. Большие долгосрочные проекты. И часто там бывает не нужно так хорошо уметь писать какие-то супер какие-то алгоритмы, как умение создавать некоторый стандартизированный программный код. Есть такое высказывание, что два программиста хороших напишут одну и ту же программу абсолютно одинаково, не списывая друг друга. Есть некоторые стандарты программирования, и вас этому будут учить профессиональные преподаватели, наши семинаристы. Вот у нас три семинариста. Мы все работаем на языке Python и можем вам показывать, как создаются большие программы, как они проектируются, как их делают в группах. Хотя групповая работа у нас, наверное, начнется со второго семестра, когда проекты станут длительными. На практике курс состоит из трех частей. У нас есть время, выделенное в учебном плане на лекции. Я вам сразу скажу, лекции обязательно. По банальной причине, потому что нет ни учебников пока соответствующих. Есть какие-то западные курсы Introduction to Computer Science on Python Language, но не вполне пригодные для уровня физтеха. То есть они в каком-то смысле дают такой медленный очень разгон. Вот, для нас не годится. Вот. Есть попытки на русском языке написания курсов, но опять же, приложенных к физтеху пока такого нет. Что мы будем с вами создавать какой-то свой версию курса, через, может быть, какое-то количество лет будет учебник, я скажу, ребята, читайте учебник. Сейчас нет, лекции обязательны. Более того, у нас есть лекции и есть практика. То, что обычно называется семинар. У нас это практические лабораторные работы. Это фактически лабораторные работы. И как на физлабах, пропуск лабораторной работы ведет к тому, что на следующем занятии выполняется следующее. Да?
То есть, ну, вам может быть, вам повезет, вы успеете сделать предыдущую. Да, и в данном случае вам не надо настраивать оборудование. Возможно, вы сможете сделать половину, потом доделать. То есть, может быть, время на выполнение пропущенных лабораторных работ практически будет одна запасная неделя в конце семестра. Поэтому пропускать больше одной работы я вам не советую. И второе, оценка будет рейтингом. То есть вот оценка по практике будет рейтингом. Что это значит? Что мы суммируем все эти оценки по 10-бальной шкале за каждую лабораторную работу. В конце два проекта, которые по два семинара длятся, чуть-чуть более затяжные. За них, естественно, коэффициент в два раза больше будет по рейтингу. Суммируем все это дело и нормируем к, ну, допустим, 12 баллов. Да, или к 11 баллов. Да, то есть сумма всех работ, сумма ваших баллов, делим на сумму максимальную, да, умножаем на 11. Получаем ваш балл. Вот это 11 дает вам возможность безболезненно получить десятку при одной, при идеально выполненной 10 работах и 11 не выполненной. Ну, условно. Понятно, да? То есть здесь некоторая закладка есть на то, что там что-то может быть не совсем успешно, и тем не менее будет у вас опыт. Мы некоторую закладку в рейтинг сделаем. Тем не менее, проболеть просто так безболезненно у вас не получится. Что болеть нежелательно. Для того, чтобы не болеть, вам надо... Ну, про это сейчас много есть заметок разных от старшекурсников, можете узнать. Первое, что надо делать, чтобы не болеть, это спать. Ночью надо спать человеку, да? Второе, человеку надо есть еду. А не еду, не есть. Пить воду, можно чай, да? Спиртные напитки категорически пить нельзя. Вы как? Химики должны это понимать. Этиловый спирт – это яд. В малых дозах он. Организм умеет ему противодействовать, потом учится противодействовать этому сильнее, а потом в какой-то момент начинается алкоголизм. Я бы не говорил про это, если бы не было грустно. Есть умные христейки, межнары, которые спились на христейке. Пожалуйста, будьте аккуратны, ходите узкой тропой. Вот эти. Вы пришли сюда учиться, надо учиться, ребята. И организовать это нужно грамотно. Есть еще более такие мягкие вещи, которые тоже нужно сказать. Что еще нужно, чтобы быть здоровым? Это физкультура. На физтехе с этим довольно требовательно. Всех вас загоняют на физкультуру и заставят заниматься. Добирайте дополнительно хотя бы прогулками. Выходите на воздух, дышите воздухом, чтобы вам не заболеть. Ну, тут, можно сказать, еще делайте прививки, да, грипп. Такая вещь, что всех подкашивают. У нас делают прививки. Пожалуйста, не болейте, хорошо? Если кто-то заболел, то срочно как-то подлечиваемся, выходим, доделываем практические работы, стараемся не выпасть из процесса, хорошо? Итак, составляющая первая лекция, составляющая вторая практика. На лекциях я в связи с вашим количеством не буду отмечать ваши посещения. Как вы, в принципе, можете не прийти. Но дело в том, что есть третья часть курса, на которой у нас выделено 54 часа ваших домашних. Это самостоятельная работа. ДЗ. Она у нас будет в форме автоматизированной проверки контестами. Контесты проходятся на JudgeMeetTru. В следующий раз вам семинаристы покажут на практической работе. К первой лекции нету контеста. К каждой последующей лекции есть домашнее задание, которое проверяется автоматически, вы видите свой результат, рейтинг среди других, это там забавно, можно все, так сказать, пытаться обогнать, решить больше задачек. Предварительно скажу так, что в каждом контесте будет по 5 задач. Самая первая, самая простая, которую, ну, просто копия того, что будет на лекции. Вторая, полностью по материалу лекции, которую решить несложно. Третья, чуть-чуть посложнее такая, что уже чуть-чуть мозг напрячь, но все равно строго по лекции еще. Четвертая, сложная по материалу лекции. Пятая, такая факультативная, чтобы было интересно. Вот.
Но тематика задач будет строго привязана к лекциям. Поэтому по вот этим домашним заданиям мы будем видеть вашу успеваемость. И если она будет низкой, то есть вы своевременно, там, например, к середине или к концу октября, не дай бог, не выполните 50% домашних работ, то автоматически на вас отправится служебная записка в деканат, чтобы выяснить, что-то с вами случилось или нет. Потому что банально может быть у человека серьезная проблема, где нужно помочь. А может быть, нужно пару пинков. Вот. Ну, в общем, ребят, не откладывайте, пожалуйста. Я постарался построить курс так, чтобы это было эффективно, чтобы вас реально научить программировать и дать вам чувство того, что компьютер не враг, большой друг, помогает в научных вычислениях. Можно вопрос? Да. Вот если все-таки случится так, что придется пропустить одну лекцию, записи лекций? Записи лекций. Я в связи с созданием, попыткой создания какого-то конспекта этих лекций буду проводить видеозапись. Вот. И если у меня, ну, наверное, на YouTube я буду выкладывать на свой канал. Всех лекций? А? Всех лекций? Ну, я не могу гарантировать. Я не могу гарантировать. То есть надежда на это есть, но гарантии нет. Так, еще из таких технических моментов по организации курса. А чтобы совсем вам было сладко или не сладко, мы сделали так. По ДЗ мы тоже строим рейтинг. По практике мы строим рейтинг. Получается 2 10-бальных оценки. Например, там 7-8 или там 10-5. Да, естественно, получается из этих двух оценок какое-то среднеарифметическое. Да, значит, А плюс Б пополам. И у нас получается какая-то оценка. Например, 7.5. По окончании семестра у нас будет дифференцированный зачет. И как на хороших кафедрах, у нас это будет очный, устный дифференцированный зачет. И вы лично встретитесь со мной, даже если я не ваш семинарист, я приду к вам на семинар, мы вместе с вашим семинаристом, то есть мы вас всех как-то звоним, вот, и будем с вами проводить зачет. Он на последний, на там, зачетной неделе, ну, в общем, мы как-то распределимся, чтобы это было помягче, и у нас будет, соответственно, заложен, опять же, учебный план по 30 минут на каждого человека. Мы как-то это дело постараемся оптимизировать, будет несколько вопросов и какая-то задачка на бумаге. Устный ответ. Зачем он нужен? Очевидно, что программирование – это не только разговор с компьютером. Программирование – это в том числе и ваше вхождение в некоторую культуру и в некоторую среду людей, которые этим занимаются. Вы должны уметь разговаривать на языке этих самых программистов. То есть, если вам говорят что-то такое, там, ошибка на этапе препроцессинга, или раздельная компиляция, у вас не должно быть шока. Можно четко понимать, вот эта вещь такая. Или он говорит лексема, и вы понимаете, что это в узком профессиональном в этом месте значит. Понятно? Или регулярное выражение. Я специально какие-то термины выбрасываю где-то из каких-то кусочков курса, да, чтобы вы там осознали, надеюсь, что каждый какой-то термин незнакомый услышал. Ну вот вы должны банальную терминологию предмета понимать. И на ней разговаривать. А раз разговаривать, значит вам нужно что? Практика аудирования, но это есть, вы слушаете меня, значит, вы немножко на этом языке будете разговаривать, в смысле слышать, понимать что. И второе – это практика говорения. Поскольку для этого вас надо мотивировать, чтобы вы что-то произнесли на языке информатики, соответственно, для этого существует устный зачет. Устный зачет позволит изменить вот эту оценку в сторону плюса или минуса на 3 балла. То есть, если вы на десяточку сдали ДЗ и практику, то меньше чем 7, то есть максимальная четверка, вы не получите. Да? То есть, но можно перескакнуть, там даже вот, была у вас четверка, например, да, 4 из 10, это удобно. В принципе, плюс 3 у вас уже будет та же самая 7, уверенная четверка. Понятно, да? То есть, это даст возможность скорректировать. И даже если у вас совсем плохо с программированием, это может вас спасти. Если вы умеете проговаривать алгоритмы, понимаете, как дело происходит, может вас спасти. Может быть. Вот. Но мотивация, я думаю, есть в посещении лекций.
Поэтому я еще раз напоминаю, лекции обязательно, хотя посещение я не отвечаю. Итак, давайте с вами перейдем к темам сегодняшнего дня. Сегодня, наверное, нам придется без проекта работать пока. Так, и начнем мы с основ архитектуры конфликта. Было бы интересно рассказать вам историю вычислительных машин, если бы у нас было на это время. К сожалению, это требует около 1,5 часа, то есть всей нашей лекции. Поэтому я вас, даже не знаю, куда вас призвать, я рассказывал это 10 классу на Фоксфорде. Есть такой сайт Foxford.ru. Я там работаю, и там, в принципе, ну, там все закрытое в основном. Но старые курсы где-то в сети можно раздобыть, старых лет прошлых. Как вот года 2 назад, в 10 классе, я рассказывал историю вычислительных машин 8 и 10 классу. Можно попытаться где-то найти. Но в целом, я так кратко обрисую. Если пропустить все калькуляторы, то первая вычислительная машина, которая программируемая, была создана Чарльзом Бэббиджем. Чарльз Бэббидж. Это была механическая вычислительная машина. На шестеренках, запоминающие устройство шестеренки. Соответственно, она так и называется, разностная машина Чарльза Бэббиджа. Она создавалась в 19 веке, где-то с начала его по конец. Была создана малая, которая работала, потом он спроектировал, начал создавать большую, которую он не довел, умер раньше. Технические средства, которые он использовал, оказались недостаточно хороши, чтобы реализовать ее на тот момент. Ее пытался закончить его сын, дособрал там какие-то блоки. Но к этому моменту, через некоторое время, уже появился следующий этап. Следующий человек, который толкнул вперед вычислительную технику, это был немецкий ученый Карл Цузе. Он незаслуженно забыл. Значит, соответственно, Чарльз Бэббидж сделал механическую. ЭВР, да? Но не электронную. Механическая вычислительная машина. Следующая была хранимое состояние. Использовался основной реле. Реле — это электромеханическое устройство, у которого положение сердечника, да, определяется тем, как его вот раз, и у нас контакт здесь пошел. Раз, его электромагнитным способом. Раз, перевели в это положение. Соответственно, реле требует некоторого, ну, просто на эту механику требуется некоторое время переключения. Кроме того, такие характерные звуки щелчков. То есть машина так щелкает. Щелк-щелк-щелк-щелк при переключении бита. Но Карл Цузе, кстати, уже использовал двоичную систему счисления. И на самом деле многие вещи, которые он разработал, были просто неизвестны мировому сообществу, потому что он писал все на немецком. Карл Цузе немец, он создавал свои машины в 30-х, 40-х и дальше даже годах, когда уже ЭВМ пошли. И это, соответственно, релейные или электромеханические. Релейные вычислительные машины. У них были названия типичные Z1, Z2 и так далее. Вплоть до Z22. Он эмигрировал после Второй мировой в Америку и там продолжал свои разработки, хотя они уже все меньше и меньше имели ценность. Вот. Кстати, про машину Z1. Крылатое выражение в каком-то смысле. Made in garage. Да, вот знаете такое, в гараже. Вот он как раз был безработным и сделал ее в гараже на столе у своих родителей дома. Собрал первую вычислительную машину, которая реально вычисляла, причем у него даже там была арифметика дробных чисел. Вот. Ну, потом мне трудно уже начинать рассказывать какие-то там, потому что это уже группы ученых там создают какие-то машины. Вот это известная ЭВМ под названием, я уже не пишу ученых, я пишу вот это, ENIAC. Это американская вычислительная машина. У нас это послевоенное время, 40,
Восьмой, 49-й, кажется. Я не помню точно, к сожалению, не буду. И у нас Советский Союз ответил чем? Это МЭСом. Малая электронно-счетная машина. Ну и после нее была у нас БЭС. Большая электронно-счетная машина. Потом их море разных разных. Если кратко, вот это уже ЭВМ. Первая ЭВМ, это однозначно ЭНИА. Потом уже все там пошло развиваться. Вопрос, как вот эту историю классифицировать? Как разделить поколения ЭВМ? С конца 40-х по текущий. Итак, поколения ЭВМ. Я был на школе, когда еще был студентом, в Снежинске, там бывший Челябинск 70. Вот. И там встретился с одними старичками, которые рассказали, там муж и жена, ученые, соответственно, по ядерной тематике. Вот. А она занималась счетом на феликсах. Феликс – это такой калькулятор механический, вот, в котором крутишь, и числа складываются или умножаются. То есть вот он делает арифметическую операцию, сразу там 16 знаков. Вот. И они считали численные вычисления, то есть сидели женщины в большой там комнате, им раздавали задачи, они делали вычисления, вычислительную математику без компьютера. То есть это вот было, когда компьютеры еще были большими, их было мало, практически не было, и даже до того. То есть какие-то вычислительные вещи для атомных бомб, для ракет нужно было делать, еще когда компьютеров не было. Естественно, появление первых ЭВМ, после появления ядерных зарядов, вопросов о стратегических ракетах, да, стало очень остро. То есть все расчетные вещи, то есть там не вычисляется аналитически на бумажке, нужно вычислять. Делать это быстро, значит, надо срочно делать машины вычислительные. Вот когда они станут пользовательским, существенно позже, когда это дойдет до лабораторий поменьше масштабом, до физиков, чуть-чуть попозже. А когда это дойдет до конечных пользователей, вот нас с вами, там, или даже до бухгалтеров, это уже 80, конец 70-х, 80-е годы. В 80-е появились реально персональные. Итак, поколение ВМ. Их делят по основному элементу. Самое первое поколение – это ламповые. То есть вот это все, это была предыстория. История ВМ начинается вот тут. Это ламповые. Что такое лампа? Это такое вот устройство, в котором лампа, ну, реально лампочка, да, в которой вакуум. В ней там есть какие-то нелинейные, то есть самое главное, что эффект должен быть элемент схемы электрической, должен вести себя нелинейно. У нас существует возможность управления его поведением. Сигнал передается или нет, мы можем одним сигналом это дело управлять. Ламповые. Второе, это изобретение транзистора, соответственно, транзисторные. Я рисую, соответственно, элемент, то есть если лампа, ну она, конечно, поменьше немножко размером, чем я тут нарисовал, ну и я, соответственно, транзисторы нарисую чуть-чуть покрупнее, да, чтобы можно было сравнить, но он все-таки меньше. У него три ноги, да, вы знаете, как он там на схеме обозначается, да, база, катод, анод. Знаете, да? Ну и транзистор выполняет функцию лампы, да еще и перегорает намного реже. Перегорает, но реже. Следующий этап. Следующее поколение ЭВМ это на интегральных схемах. Что такое интегральная схема? Это вот такая штучка с ножками. И на ней сразу собран какой-то логический элемент. Например, элемент И. Да еще и сигнал раз, сигнал два, и здесь на выходе будет подан цифровой сигнал, только если у нас одновременно оба сигнала будут. Да, цифровой или элемент, да, он что у нас обеспечивает? Что если у нас один хотя бы сигнал либо тут, то, соответственно, у нас получается цифровой сигнал вот здесь. Цифровой сигнал, значит, что ж, ну, условно, плюс 1 вольт. Если бы у вас были радиолабы, не знаю, есть у вас на факультете радиолабы? Ну, там где-то на третьем курсе на факфе были.
радиолабы в ортокорпусе, их кафедра радиотехники преподавала нам. Вот. Соответственно, вот эти вот элементы просто реально их можно, цифровая часть этих лап, мы их реально всовывали, соединяли и смотрели результат. Вот. Соответственно, достаточно одного из этих сигналов, чтобы он пришел. Соответственно, цифровой сигнал выглядит как? Подъем, спуск. И вот, собственно, спуск, напряжение на проводочке является концом, то что это бит пошел, что называется, отправился. Вот. Интегральные схемы, они позволили существенно, если это уменьшило размер компьютеров и увеличило их надежность, то это еще уменьшило размер компьютеров, и они уже могли быть практически настольными. То есть, если это несколько комнат, между прочим, мы находимся в корпусе, в котором половина третьего этажа в свое время занимала малоосчетная машина, собранная физтехами, в том числе физтехи паяли ее элементы. Частично. Музей истории МФТИ, не знаю, выставлены или нет, скорее всего, выставлены платы, которые, собственно, студенты поехали. Сходите в музей истории МФТИ как-нибудь организованно, через деканат можете попросить, и посмотрите на то, что физтехи делали. А еще я видел там такой вот магнитный диск вот такого размера. Очень классный. Вот. Интегральные схемы еще следующее уменьшение, то есть это уже уровень размера шкаф-условно-настольный с большой коробенью. Вот. И четвертый этап – это сверхбольшие интегральные схемы, в которых уже реализована достаточно сложная логика, то есть это некоторый микропроцессор или микроконтроллер, или микропроцессор или микроконтроллер. Микропроцессор отличается от микроконтроллера. Чем? В первую очередь. Тем, что микропроцессор работает на внешних командах, а микропроцессор, у него есть встроенная логика поведения, то есть у него программа вшита в него. Грубо говоря, микропроцессор работает по фон Неймановской архитектуре, микроконтроллер работает по Гарвардской архитектуре. А теперь про это. Что это такое? В 40-х годах три американских ученых написали в научном журнале статью о том, как они думают, по их мнению, или это было уже начало 50-х, по-моему, 40-х еще, написали о том, как, по их мнению, стоит делать правильный компьютер. Точнее, это было там про то, как они проектируют конкретный компьютер. Это был не я, это был не другой. Вот. И среди них самый известный ученый – это Джон фон Нейман. Поэтому эти принципы называют принципами фон Неймана. Принципы фон Неймана. Итак, первый принцип – это принцип двоичности. Я буду только слова писать. Слово «принцип» будет пропускать. Двоичность не было очевидным. Вот компьютер ENIAC работал в десятичной системе числа. Цузи, он двоично работал, но все-таки не для всех было очевидно. Фон Нейман сказал, надо как-то делать на двоичной системе исчисления, как ему удобно, а не как нам удобно. Второй принцип – это принцип программного управления. Ну, то есть, если это принцип компьютер, а не калькулятор, программного управления. То он должен быть программируем. Логично, правда? Следующий принцип – это, собственно, такая фишечка. Принцип однородности памяти. И вот это вот отделяет
гарвардскую, вот фонемическую, однородности памяти. Что имеется в виду? У нас есть некоторое, ну, это не входит в принципы, но в этой статье были описаны принципы принципиального устройства, то есть какие-то блоки, и, соответственно, у нас должен быть процессор, да? Процессорное устройство, или дайте я сразу по-английски буду писать, CPU, Central Processor Unit, центральное вычислительное устройство, действующее устройство, да? Central Processor Unit. И должна существовать какая-то память, в которой у нас, собственно, результаты действий лежат, исходные данные и результаты действий, да? Это должна быть оперативная, туда можно записать, взять рабочее пространство для действующего устройства. Это называется оперативное запоминающее устройство, по-русски ОЗУ, а по-английски называется Random Access Memory. Ну, они должны быть как-то связаны, мы сейчас еще напишем. Так вот, фон Нейман говорит, что программа, которая описывает программное поведение и программное управление, должна лежать там же. То есть сама программа должна лежать там же. Причем по принципу двоичности, сама программа, как и данные, должна быть закодирована двоичными командами. То есть из этой однородности памяти у нас что? Я поясню. Данные и команды тире в одной АЗУ. Плюсы. Мы можем загрузить программу прямо в момент уже, когда все выполняется. Это память оперативная? Оперативная. Взяли, условно, с жесткого диска, загрузили программу или из интернета, или, ну, по каким-то каналам, да, процессор навыдумывал себе, заложил и поехал выполнять. Чудеса. В Гарвардской у нас есть отдельная ПЗУ, да, или ROM. Память с запрещенной записью на ней, на нее, то есть в процессе работы процессор не может изменить, из которой берутся команды на выполнение. Давайте мы закончим принцип, а потом сделаем как-то некоторые примеры. Соответственно, большая безопасность. Невозможно какой-то, в принципе, невозможен вирус. Скомпрометировать, может быть, как-то можно, да, воспользоваться тем, что программа не совершенна. Но записать, выполнить свой программный код невозможно. Принцип. Поэтому Гарвардская, вот собственно, у фон Неймана есть все вот это, да, много. Итак, следующее. Это принцип адресуемости памяти. Адресуемость памяти. То есть, все хранилище наших данных проадресовано числовым образом. Есть ячейка номер 0, есть ячейка номер 1, ячейка номер 2 и так далее. У каждой ячейки хранения есть свой номерок, адрес. Логично? При этом фон Нейман, несмотря на то, что основным устройством хранения в те времена были перфоленты, то есть бумага длинная, в рулончик смотанная, в которой дырочками там нолики, единички проставлены. Ну и там чуть позже магнитные ленты, то есть это вот такая бобина, которая опять же крутится. Нужно проматывать от одного к другому. Фактически, здесь требует, чтобы память была произвольного доступа. Чтобы можно было взять оттуда, потом оттуда. Оттуда, ну, вот, из однородности памяти. То есть мне нужно одновременно доступаться в этой памяти программному управлению одновременно к данным, которые находятся в другом месте. Если бы это все на магнитной ленте, то нам мотать туда, потом мотать туда, это, естественно, занимает существенное время. Да, гарвардская архитектура намного лучше подходит для бобин. Вот. Но как бы устройства эти были созданы в свое время, да, и никаких особых
проблем это не представляет. То есть именно Random Access Memory описывает то, что можно и оттуда, да, первый, пятый, седьмой, третий, шестой, с такой же скоростью, как первый, второй, третий, четвертый, пятый. Понятно? То есть именно произвольный доступ с той же скоростью, как и последовательный. Жесткие диски, кстати, от флешек отличаются именно этим. Жесткий диск очень быстро работает при последовательной записи и считывании. И плохо, когда мелкие сегменты туда-сюда, тынц-тынц-тынц, байт туда-байт сюда, а флешка как раз она очень... Ей все равно, что так, это не находится. В этом смысле SSD хорошо работают приводы, да, именно на мелких данных. А HDD, если у вас там фильмы смотреть, берите HDD. Следующее. Это два принципа, связанные с характером программного управления. Пятый. Это то, что команды в памяти, вот в этой самой адресуемой, лежат последовательно. Принцип последовательного. Последовательного программного управления. Я буду писать код. Принцип последовательного программного управления. Если по принципу двоичности и по принципу однородной памяти команды вынуждены лежать здесь, закодированные двоичным образом. Такие команды называются машинный код или двоичный код. По-английски машинный код, значит, произносится binary. Binary code. Соответственно, эти машинные коды, которые требуется выполнять, лежат последовательно. Вот первая команда. Какую команду следующую брать? Ну, здесь. Кстати, ничего не говорится о том, что эти команды должны быть одинакового размера. Вот, например, для архитектуры Intel процессора Pentium, все x86, Core i7, i5, все это в этой архитектуре разная длина команд, так называемое неравномерное кодирование. Но тем не менее, он однозначно, процессор, когда считывает команды, однозначно может понять, вот тут команда началась, вот столько-то байт она должна закончиться. Мы не будем сейчас обсуждать принципы этого кодирования, отличия его, да, но тем не менее, команда 1, 2, 3 и так далее. В результате, если мы нарисуем блок-схему, то это будет вот так. Ну, вы опытные программисты, наверное, блок-схему в школе видите, но сразу скажете, Тимофей Федорович, так сделать нельзя. Программу нормально. Я вам скажу, неправда. Есть токарные станки, в которых программируют. В которых программа выглядит линейным образом. Это не так плохо. В которой матрешку вырезает. Двин резец сюда, потом сюда. И программист подошел, один раз кнопку нажал, и программа выполнилась. Уже не так плохо. Линейная программа без циклов. Но все-таки хотелось бы возможность циклов. Но согласитесь, что если мы сделаем вот такой цикл, то ничего хорошего не получится. Программа будет работать бесконечное время, это никому не нужно. Программа зациклилась. Любой алгоритм вычисляется, обязан вычисляться конечное время. Поэтому нам требуется что? Для того, чтобы реализовать возможность выхода оттуда, нам нужен что? Условный переход. Чтобы пример, который, пусть у меня там будет jump, да, тут некоторый гарантированный переход, да, jump на такую-то позицию, я ее назову условно А, а это позиция А, да? Уже можно джампануться сюда. Но в какой-то ситуации я должен там jump not equal, например, jump not equal, да? То есть, ну, например, здесь я делаю добавление к числу или вычитание из числа единички, sub ax1 из регистра процессора AX вычесть единичку, потом сравнить с каким-нибудь числом, там CMP AX, запятая, не знаю, 7, и в момент, когда у меня оказывается, когда они равны, jump equal, давайте, GE, jump equal, equal перейти на ветку B. То есть это переход именно условный. То есть при условии того, что AX оказался равен 7, у меня этот процессор помнит, что сейчас они были equal друг к другу при сравнении. И после этого он jump equal B и перескакивает на ветку B, то есть на некую команду, которая находится уже вне вот этого цикла. Я что обеспечил? Зацикливание. У меня
то, что находилось в АХ, уменьшается на единичку постоянно, пока не достигнет цифры 7. Да, уже красота какая-то. Некоторые еще, а тут можно некоторые действия заложить уже. Соответственно, это позволяет реализовать все необходимые алгоритмы. Все. Все, этого достаточно. То есть последовательная программа управления машинными кодами и принцип условного перехода, это шестой принцип, достаточно для полноценного программирования. Перехода. Вот они, шесть принципов фон Неймана, его архитектуры. Давайте сделаем перерыв короткий, материала еще много, а на архитектуру у нас всего лишь одна лекция. 5 минут отдохнем, подышим и продолжим. Не уходите далеко. Давайте продолжим. Теперь по организации выполнения команд я вам нарисую некоторую пародию на материнскую плату. Мы сейчас побалуемся с тем, как выполняются команды. Итак, у нас есть ЦПУ. Это ЦПУ. Ну, даже по-русски. Центральное процессорное устройство. У нас есть память. Два главных устройства, чтобы, в принципе, компьютер работал. И азот. Команды написаны там. Процессор вот тут. У процессора есть так называемое арифметико-логическое устройство. Это набор сумматоров, мультипликаторов и другой цифровой логики, которая умеет с парочкой чисел, сколько-то разрядных, сделать какую-то операцию. Ну, может произойти переполнение, но как-то надо об этом сохранить информацию. Но она умеет это делать. Сложить два числа. Хоп, сложили. Есть устройство управления, которое знает язык машинных команд. То есть пришла машинная команда, там 1, 2, 4 байта, 6 байт. И она реально понимает, что надо сделать. То есть она читает какой-то там двоичный код. Ну, допустим, ему пришла, я сейчас объясню, как она приходит. Ему пришла какая-то информация 0110101. Вот для нас это какая-то фигня, просто число. А он его хочет проинтерпретировать как команду. Эту команду он воспринимает как, ну, допустим, я сейчас абстрактно пишу, да, как, допустим, что нужно конкретно RBD AX, BX. Я пишу язык ассемблера как близкий к архитектуре, но уже человека, понятно, потому что вот это непонятно совсем, а это что-то значит. Это ты понятно сложить, да? А X и BX, кто это такие? Процессор не умеет работать, значит, умеет, но сейчас мы это объясним. Ему нужно для работы иметь локальную память. Эта память называется регистром. Регистр. Это ближняя память у процессора. Эти ячейки не имеют сплошной адресации, как оперативная память. У них имена. Они названы именами. AX, BX, CX, DX, EX. Это так называемые арифметические регистры. И в них могут храниться числа. Двоичные, естественно. Да? То есть их интерпретация как десятичных, это уже в момент, когда мы будем выводить на экран, тогда встанет вопрос, а не вывести ли нам случайно как десятичное. Если что, просто программисты заставят двоичную выучить и все. Вам надо двоичную систему числа, если вы хотите поджигать. А лучше еще и 16-ричных. Потому что программист не будет никогда писать двоичное число в двоичном виде. Даже двоичные редакторы, которыми открываются бинарные файлы, если хакер открывает бинарный файл, он это делает в hex-editor.
Хекс это 16-ричный. Почему? Потому что очень удобно. Устоявшийся размер ячейки это 8 бит. 8 бит очень удобно разбить на 4. И из-за родственности двоичной и 16-ричной системы счисления, двоичных и команды, и двоичное состояние памяти легче всего описывать 16-ричными цифрами. 4 двоичных цифры соответствуют одной 16-ричной. Вас не смущают цифры А, Б, С, Д, Е, Ф? Знакомы с этими цифрами? Да. Очень хорошо вас учат. Ну, соответственно, программисты все знают наизусть эти коды. И сразу можно написать, что это я написал 6-5. Ну, короче говоря, да, такой машинный код, как надо проинтерпретировать. В принципе, злостный хакер может открыть справочник данной архитектуры, найти соответствие машинных кодов ассемблерным командам, но, честно сказать, проще использовать дезассемблер, который берет по машинным кодам, автоматически просто расписывает для данной архитектуры, можно читать машинные коды на человека понятном ассемблере. Ассемблер лучше, чем машинные коды, согласитесь. Значит, есть арифметические регистры, но кроме них есть еще служебные, в частности, очень важный регистр IP. Ни с каким интернет-протоколом не имеет никакой связи. Это регистр, в котором хранится текущий адрес текущей выполняемой команды. То есть у него логическая связь, провод какого нет, но у него логическая связь с некоторым конкретным местом в памяти, где лежит текущая выполняемая команда, которую и должно распознать устройство управления, чтобы ее выполнить. То есть вот именно здесь и записано вот это самое, я на шестеричном виде написали, да, 6. Или давайте сразу скажем в ассемблере, да? Тут написано ADD AX BX. Но мы понимаем, что это записано каким-то там байтом или там несколькими байтами, эта команда записана двоичная. Вопрос, как оно туда попадет? По проводочкам, конечно. Один проводочек за один такт работы компьютера может передать один бит информации. Даже в одном байте 8 бит. Поэтому уж как-то 8 раз передавать долго. Поэтому, естественно, тут не один, а 8 проводочков. Я рисую один, а их там 8. Когда проводочков параллельно идущих много, и у них одна суть по функциональности, то есть они предназначены для передачи байтов, то их называют шина. То есть вот эта штуковина – это шина. Что она передает? Данные, шина данных. Однако, мне требуется осуществлять не только операцию считывания и записи памяти, да, но и считывания. И мне нужно как-то управлять этим процессом. Хотя бы один проводочек, на котором я буду выставлять 0 или 1, считываю или записываю. Поэтому мне нужно, а может быть и еще дополнительное. Например, я в целом хочу что? Построить модульную систему, в которой у меня процессор сможет обращаться не только к памяти, но и к другим устройствам. Например, выставляя на некоторых проводочках некоторый код. Первый проводочек зажжен, ну, единичка, на втором нолик, единичка, нолик. Это какой-нибудь там жесткий диск, контроллер жесткого диска. Там 0000 это память. 0111 это клавиатура, то есть чтобы можно было туда же подвешивать и какие-то еще устройства. Да? Естественно, устройство, например, клавиатура это что? Это ну, там просто кнопочки и все. Совсем к клавиатуре как-то непонятно, как обращаться. Поэтому у каждой клавиатуры, у каждого устройства есть контроллер. Микроконтроллер, тот самый программируемый, в который программка маленькая, вшита, заложена. То есть он примитивный, но все-таки не микрокомпьютер только, да, а микроконтроллер. Вот в стиральных машинках там уровень чаще всего именно не микропроцессор, а микроконтроллер. Да? И клавиатура, она не совсем тупая, у нее есть микроконтроллер. Правда, часто он встроен как раз не в клавиатуру, а в материнскую плату. Вот, ну, соответственно, но в итоге туда клавиатура. То есть это контроллер клавиатуры. А для того, чтобы управлять тем, куда я эти данные записываю или откуда я их считываю, мне нужна вторая шина,
которая называется «Шина управления». Ну и, соответственно, устройство внимательно слушают, к кому написано на шине управления, остальные молчат и не говорят. Вот. Данными они обмениваются в зависимости от того, считывание или запись, либо процессор выставляет на шине данных свои биты, либо устройство выставляет свои биты на шине данных. Кроме этого, для ускорения работы, представьте себе, что мне нужно записать какую-нибудь информацию в память. Мне для этого потребуется что? Вначале передать куда, а потом передать что. Ну, то есть по какому-то адресу, адрес назовем сразу же вторично, по адресу F3 записать к семье. Понимаете? То есть это два числа, которые мне нужно передать. Естественно, хочется делать это быстрее. И возникает идея, а давайте отдельно сделаем шину адресов, которая позволит передавать и адрес, и данные сразу. И мы за один такт работы материнской платы, вот этих шин, мы будем быстрее передавать информацию. Называется шина адресов. В результате вот эти три шины называют магистраль. Вот это все. Это магистраль. Это сама идея организации. Да, сюда можно подвешивать много контроллеров для устройств ввода, устройств вывода и других прочих. Операции ввода и вывода, кроме операции работы с памятью, они, операция работы с памятью, там специфически на ассемблере будут писаться, если это ассемблер, который потом прогоняет через реально ассемблирующую программу, то там часто используется наименование метода. То есть все, что не AX, BX, там какой-нибудь X условно, это ваша переменная, для которой, конечно, выделена память где-то там в данных, чтобы каждый раз не писать числовой адрес. Поэтому чаще всего там вот так вот, если вы на ассемблере будете писать, это будут именованные переменные, которые реально, конечно, где-то в памяти хранятся, и можете всегда взять адрес и тупо по этому адресу посмотреть со всей линии, влево, вверх, вправо. Ну, в смысле, вверх-вниз, влево, вправо, нельзя. Вот. Тем не менее, можно обращаться напрямую к памяти. Процессор с памятью работает достаточно близко напрямую. Сейчас пока про контроллер памяти не оговариваю. Возникает такой интересный вопрос. Допустим, процессор занимается с памятью какими-то вычислениями. Ну, не знаю, например, раскладывает очень большое число на множитель под гору. И долбит, и долбит, они тут по магистрали обмениваются, программа там прыгает туда-сюда, да, то есть он бегает по циклу, ходит, подбирает числа. А в это время пользователь нажал на клавиатуре Escape, Ctrl-C, Ctrl-4, Ctrl-Alt-Del. Он пытается нажать, процессор занят. На магистрали процессор главный. Устройство не может само выстрелить. Ну, представьте себе, что оно само выстрелило какие-то биты на шину данных. Ну, произойдет просто коллизия. То есть процессор, вот, и все остальные должны замолчать. В этот момент не выставлять. Для этого процессор командует. Сейчас ты с тобой на шине управления выставил его биты, и он общается. Как ему добраться до процессора? Как ему, как пользователь? В конечном счете, за клавиатурой вот этой бедной стоит пользователь, который в конце концов может не выдержать и выкинуть компьютер из окна. Или обратиться к другому производителю. Ну, естественно, в рамках конкуренции производителей, да, производитель додумывается, что нужно все-таки как-то дать возможность устройствам бэкдор такого входа к процессу. То есть как-то ему сигнализировать о том, что пора бы обработать ситуацию, прерваться. И возникает аппаратное прерывание, проводочек, который идет, ну я условно говорю, как проводочек, но это фактически тоже обязан быть какой-то проводочек от устройства, возможность обратиться не к процессору, а к его секретарю, которого называют контроллер прерывания. Это микроконтроллер, не процессор. Контроллер прерывания. У него
И он может перебирать. Так, ты первый приоритет, а ты второй. Если выполняется задание приоритета никакого, то есть это работа вне рамок программирования, то есть просто выполняется программный код из памяти, то что у нас возникает? Любое прерывание приводит к следующему. Он говорит, так, процессор, прервись. Что делает процессор? Он, у него тут на столе рабочем, в его регистрах разложены данные, которые нужны для, были для выполнения текущего дела. Ему тут вдруг VIP-клиент. Что он делает? Он берет все это со стола, да, то есть эти регистры, и поехал обрабатывать то, что нужно. Или даже в каком-то смысле не трогая, а просто поверх. Естественно, так что поверх оно лежит, а старое, если убрать, остается, нет, оно перезаписывает. То есть, как бы мы положили в регистр, а то, что было, уже исчезло. То есть перезаписывание, да, присваивание. Присвоили в регистр новое значение, в старое все стерлось. Поэтому хорошо бы после прерывания восстанавливать контекст регистров. Понимаете? Возникает проблема, как это правильно сделать. А особенно, если во время прерывания произошло прерывание более высокого приоритета. То есть, ну, может возникать некоторая иерархия уже, да? То есть нужно место, куда сгружать. Вот эти прерывания на самом деле складывают информацию в специальный сегмент памяти. То есть перед тем, как начинается реальная обработка, будет выгружена память в состоянии регистра, чтобы потом можно было вернуться к продолжению деятельности. Этот регистр называется Stack Pointer SP. И именно туда, куда он указывает, при обработке прерывания будут выложены состояния регистров. После и самым первым будет, кстати, туда выложен адрес возврата. То есть то состояние IP, которое было на момент прихода прерывания. Потому что иначе мы просто не сможем вернуться. Команда, которая возвращается, она берет из стека то последнее, что там есть, ну тут я сейчас наложил выше, так, вот, соответственно, понижает, ну, повышается, да, то есть это все очищается. И последняя команда, которую нужно будет сделать, чтобы закончить выполнение прерывания, это команда RET. Команда RET, она берет автоматически из стека тот адрес, который там есть, и переходит по нему. Тем самым программа, которая работала до прерывания, даже не подозревает о том, что ее прерывали. Она же не замеряла по времени, по таймеру, а сколько тут было, если программа будет параноидальной, будет все время спрашивать, который час. У компьютера, естественно, есть таймер. У таймера тоже есть контроль, для части. То есть, если программа постоянно спрашивает у таймера, а не прерывали ли меня, то, конечно, она будет все время кричать, а, меня прервали. Меня еще раз прервали. Сколько этих прерываний ходит. Вот. Сейчас у вас в современных операционных системах нет возможности подменить прерывание своим собственным. В операционной системе DOS, когда я учился еще в школе, DOS стоял, и там без проблем полез в таблицу прерывания и все. Как процессор узнает, как ему обработать, например, пришло ему прерывание номер один. А куда переходить? То есть он где-то выполнял какую-то команду, IP вот сюда показывал. Да? А сейчас куда начать? То есть хорошо, он этот адрес, который лежал в IP, сбросил. А дальше что делать? Что начать выполнять? Для того, чтобы понимать, где лежит программа, обработчик прерывания, то есть где-то в памяти есть этот самый обработчик прерывания. Обработчик ERP 1. Номер один. Но где он лежит? Ответ на это дает так называемая таблица. Таблица обработчиков. Или обработчиков прерывания. Или просто таблица прерывания. Она находится в самом начале оперативной памяти, в самых нулевых адресах. И там просто разложены адреса, куда передавать управление, если пришло прерывание номер 0, номер 1, номер 2 и так далее.
чем возникает еще интерес. Поняли, да, Луки? В чем возникает идея еще интерес? Я физик, допустим. Я пишу какую-то программу. Моей программе надо работать с жестким диском. Ну, надо мне сохранить данные, когда компьютер выключится, чтобы реально они там лежали. Но я не хочу знать, какой вид жесткого диска HDD, да? Я вот здесь нарисую. HDD. Какой конкретно производитель жесткого диска? Samsung, Hitachi. Еще там уже. Какая мне разница? Я не хочу знать конкретные виды, там, особенности управления этим контроллером. Более того, если рассматривать на самом низком уровне, то жесткий диск представляет из себя блины. А реально записывается туда по адресу, который называется head, номер головки. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, если три блина, да? Шесть головок. Номер головки. Дальше, в рамках одного диска, это номер цилиндра. Цилиндр. И сектор такой, да, то есть, ну, вот у меня единичка такая, база. Мне вообще-то хотелось бы работать с какими-то структурированными данными, не с тремя числами. Да, куда-то туда записал, а еще почему? А почему бы другой кто-то туда не запишет? А, ну, хотя бы линеаризованное пространство. Но даже линеаризованное пространство не спасает. Хорошо бы как-то организовать эту всю систему. Вот. Организации файловой системы и ее постоянным сведением, как вычислить по имени файла, как по имени файла, то есть какой имени home student 1.txt найти, где он лежит в файловой системе. Я вам даже чуть больше расскажу. Реально возникла необходимость в том, чтобы у компьютера существовали разделы жесткого диска, то есть виртуальные жесткие диски. Реально устройство одно, да? А его единое линеаризованное пространство, которое разбивается, каждый сектор еще мельче, дробится на кластеры, а у каждого кластера есть уже номерочек, так вот от нуля до там, какого-то там FFF условно. То есть его линеаризуют как оперативную память для удобства. Разбивали кластеры там, по 512 байт, например, но меньше, чем один кластер за одну операцию чтения или записи обработать нельзя. По одному байту туда писать не получится. Контроллер жесткого диска, ну, не позволит. Вот так организовано. Вот. И вот этим вот расшифровкой занимается операционная система. Помимо того, что есть некоторая таблица разделов, они бывают разными. Там я в свое время работал, самая превалирующая была DOS-овская MBR, но она позволяла до 4 разделов, и не больше. Там делала Extended EBR, Extended Boot Record. Соответственно, там какие-то информации о разделах жесткого диска. Там первый раздел здесь, второй раздел здесь, соответственно, да, третий раздел где-нибудь вот там. Соответственно, диск разбивается на виртуальные жесткие диски, партишены, разделы. Но вопрос остается, а что делать в рамках партишена? Ну, во-первых, интерфейсом хочется, чтобы являлось какой-то стандарт. Но я вот выполняю команды, да, я вот делаю это. Как мне вызвать стандартную программу? Возникла идея делать программные прерывания. То есть те, которые я сам говорю, так, я сейчас в регистры разложу задачу, что нужно сделать. В регистре AX адрес начала имени файла. И какой файл я собираюсь создать. В регистре BX лежит там, с какими правами доступа я хочу файл создать. В регистре CX еще что-то. Я раскладываю в регистре задачку, после чего я говорю прерывание номер 21. Это, именно это прерывание в DOS было. И я вызываю стандартную процедуру, которая знает, как работать с жестким диском. Вот эти стандартные обработчики прерываний появляются там благодаря прошивки биоса, еще на этапе ранней загрузки, они перекочевывают из ПЗУ, и при загрузке операционной системы. То есть операционная система, прописывая себя в обработчике прерываний, ну и какой-то дополнительный, вот сами обработчики, естественно, в память раскладывает, она
обеспечивает возможность для программного обеспечения, вызывая команду, которая называется int, int там, x21, да, там 0x21, что-то истеричное, ну не 21, на самом деле, 2 тип, да? Вызвать операционную систему к действию. Операционная система смотрит на регистры, понимает, чего от нее попросили, действует. Давайте теперь нарисуем иерархию. Кто такая операционная система для нас, программистов прикладных программ? Мы сейчас не обсуждаем пока пользу. Программист. Итак, мы с вами увидели примерно, как программы работали прямо на железе. То есть есть софтвер, есть хардвер. Учись машинному языку, ну или ассемблеру соответствующей архитектуры и пиши. Никто тебе не нужен. Но это жестко. Поэтому, что мы делаем? Мы говорим, ну давайте хотя бы выделим какие-то условные библиотечки, некоторые стандарты, но они очень быстро выработались. А потом операционная система заняла себе еще и сказала, так, ребят, ну давайте как-то организовывать там, многозадачность и так далее. Сейчас мы про многозадачность скажем, да? И операционная система встала между железом и программой. Программа может выполнять команды, связанные с работой с регистрами и с оперативной памятью. Операции, связанные с устройством, то есть ассемблерные команды in, out, она выполнять не может. Операционная система, да, а обычная прикладная программа, это называется прикладная, то есть у нее появилось даже название, не софт, ну, софтвер это все, и то софтвер, а это уже получается application. Приложение. И появился в какой-то момент, начиная с в интеловской архитектуры, с 386-го компьютера, появился защищенный режим работы процессора. Процессор при помощи контроллера памяти подглядывает, откуда он сейчас берет команды, из какого куска памяти. Вот так, сейчас у нас защищенный режим работы. И поэтому привилегии есть или нет? Если у этого текущего куска памяти, так называемого сегмента, если у этого сегмента памяти есть привилегии операционной системы, то, пожалуйста, любые ассемблерные команды тебе, и in, и out, и прямая физическая адресация памяти. То есть все адреса значат то, что они значат. А если нет привилегий, то ты приложение. А раз ты приложение, то самое интересное. Приложение живет не в реальной памяти, а в виртуальной. То есть существует некоторый контроллер памяти, который, я даже не знаю, куда его правильно нарисовать, он обычно прям встроен в процессор, так, наверное, его тут уже и нарисую. В котором есть таблица соответствий, какой сегмент памяти какому соответствует. Поскольку команды в непривилегированном режиме будут всегда проходить через него, да, то я говорю ему, например, записать пятерочку по адресу 753B. И вместо того, чтобы записать пятерочку по адресу 753B, эта зараза вначале посмотрит свою табличку и скажет, а на самом деле этот 753B соответствует 603B. А кто управляет вот этой вот таблицей, которая хранится в контроллере памяти, таблицей соответствует операционной системе. То есть в привилегированном режиме я могу распределить. За счет этого операционная система занимается распределением ресурсов. Она говорит, сколько памяти кому дать. Она будет, ты говоришь, записать на жесткий диск, а она реально записывает там TMPFS, да, она записывает это в память. Или вообще, есть такое устройство, например, в Linux, dev.null. Ну, это специальное устройство, все знают, как оно себя ведет. Ты туда записываешь, оно ведет себя как устройство. Ты туда записываешь, а это все в мусор выбрасывается. То есть просто никуда, в никуда, специальная дыра такая, пустая черная дыра, dev.null.
Так, нам надо двигаться дальше, время наше неумолимо заканчивается. Я чуть-чуть придержу лекцию. У вас же нет следующей пары? Нет. Я придержу на 10 минут. Так, и у меня все так. Итак, следующее. Про операционную систему для изучения Linux. Я рекомендую вам использовать виртуальную машину. Что есть виртуальная машина? Это нужно понимать. Виртуальная машина – это эмулятор архитектуры, на которой мы устанавливаем некоторую операционную систему. То есть у нас есть реальное железо или хост-машина. На ней у меня запускается операционная система. На ней в качестве приложения запускается VirtualBox. Ну, я прям конкретно. Много разных бывает. VMware бывает, Virtuoso. VirtualBox. Который является приложением для хост-операционной системы. Но с точки зрения той операционной системы, которую мы устанавливаем на нем, он является железкой. То есть вот эта вот программа VirtualBox смотрит на файлы, на там, какие-то у нее выделила себе в своей памяти данные под операционную систему. И она смотрит на эту команду и думает, как ее правильно выполнить так, чтобы куда разложить эти байты, да, то есть, ну, реально эмулятор. Компьютеру легко эмулировать компьютер, поэтому никаких сложностей в этом нет. Это делается достаточно быстро, практически часто незаметно на скорости. Сейчас современными технологиями виртуализации это все очень легко делается. Главное в BIOS зайти и включить галочку Intel Virtualization Technology или там AMD. Если ее не включить, то будет медленно работать. Включить будет быстро. Часто бывает выключено. А уже там, на этой операционке, работают приложения, которые, собственно, окошко в окошке. За счет этого вы можете на Windows запустить Linux. На Linux запустить Windows или там macOS. То есть, ну, macOS сложнее, у них там куча всяких DRM-ов, способов контроля и ограничений пользователя. Но сам факт такой возможности запустить другую операционную систему и там работать в окошке, или несколько одновременно, потому что приложений можно на одной операционной системе запустить сразу несколько. Пожалуйста, можно сразу с ними, со всеми поработать. Так, теперь следующее. Теперь о компиляции и интерпретации высокоуровневых и низкоуровневых языков. А людей, которые пишут на машинном коде или даже на ассембле, немного. И я не буду вас учить ассемблю. Гибло дело. Забудете. Меня учили ассемблю, я забыл, пока не стал учить. Потом снова забыл, потому что ну, забывайте, он не нужен так насущно. То есть представление о нем я и так вам дал. И вы примерно понимаете, да, чистый фоннейм. Да, и даже название команд прописал. Лучше, если вы их увидите, эти команды ассемблера. Вот, но писать на нем реально программа, это целое... Слово не очень. Целая задача, целая трудность. Большая проблема. Не пишут на нем приложения.
Ассемблер используется для оптимизации. Чуть-чуть оптимизировать. А реально нам нужна программа в бинарном виде. Что мы делаем? Берем и запускаем некоторое приложение, которое позволяет нам из исходного кода, исходный код, ну, например, 1.pass или 1.c или cpp, получить один, несколько, в общем, в сколько-то этапов. Естественно, процесс компиляции автоматизирован, и его делают специальные программы компилятор. Но это дело делается один раз. Мы получили файл, я напишу по виндовому 1.exe, в Linux расширения нет, исполняемый файл просто один. Да, ну вот, вот так, понятно, исполняемый файл, который уже запускается. Этот исходный код написан для всех архитектур, то есть он достаточно абстрактен. А бинарный файл, вот этот бинарный или исполняемый файл, он собран или скомпилирован под конкретную архитектуру. То есть он, если он собран под Intel, то он не запустится на там, каких-нибудь телефончиках, так, на процессорах Cortex. Не запустится. Если он для них создан, не запустится на Intel никак. Вот. Кроме, опять же, режима виртуальной машины и эмуляции архитектуры. Следующее. Есть идея такая. Отложим вот этот трансляцию с высокоуровневого языка на низкоуровневый на потом. В этом случае для того, чтобы произошло реальное выполнение команд, их интерпретация на машинных кодах уже, да, мне нужен интерпретатор. Он должен стоять на машине конечного пользователя. Именно там он берет исходный текст моей программы и выполняет. То есть мой процесс вычислительный работает под интерпретатором. Это не вполне виртуализация, потому что он, интерпретатор позволяет ему доступаться и к файловой системе, и ко всему. Но за счет этого некоторые вещи существенно упрощаются. Язык Python, на котором я буду учить вас программировать, там, говорю, у нас концентрация будет не на синтаксисе языка, а на алгоритме. Тем не менее, он интерпретирует мой язык, и это дает много возможностей с точки зрения его простоты. Сейчас я закрою. Сейчас через 5 минут они начнут ломиться, но мы их задержим. Итак, последний. Это 4 свободы. Сейчас я буду вас идеологизировать. Существует этика программного обеспечения. Вот этот вопрос относится именно к этике. И вопрос этот о свободном и несвободном программном обеспечении. Для того, чтобы говорить о свободном и несвободном, надо сформулировать свободу. Эти свободы сформулировал Ричард Столман, основатель проекта GNU. 4 свободы свободного пола. Он программист, поэтому он взглядный. Свобода номер 0. Это свобода использования. Что это значит? Что программное обеспечение, которое лицензировано в соответствии с этой свободой, дает право пользоваться кому угодно. Неграм, белым, иранцам, китайцам. Когда угодно. Днем, ночью, через 30 дней после начала использования. Там, через 100 лет. Где угодно, в любой стране, на МКС, для чего угодно, для создания снайперских винтовок, медицинского оборудования, атомных станций, для чего угодно. Игрушек. Понятно? Полная свобода использования. Естественно, бесплатно. Значит, какая свобода? Второе, свобода номер один, вторая свобода. Это свобода видеть исходный код. Дело в том, что машинный код, да и ассемблер, практически не читаем. После компиляции бинарный файл невозможно нормальным образом декомпилировать. Декомпиляция возможна только на язык ассемблера. И читать большие программы с
скомпилированный, невозможно. Для этого нужно видеть исходный код. В бинарном файле нет информации о именах функций, наименованиях переменных, комментариев, ничего нет. Только команды, мелкие, вот эти вот, add, move, туда-сюда, что-то из памяти куда-то переехало, какой-то цикл. Эта попытка читать бинарный код называется обратной инженерией, и это реально трудная задача. Иногда она встает, когда разработчики программного кода жмутся, говорят, нет, не скажем вам стандарты, как работает наше железо, вот драйвер под Windows и все. Ну и так далее, Linux-овцы садятся, изучают драйвер под Windows и пишут свой драйвер под Linux, узнав о том, как работает видеокарточка. Но сейчас все чаще производители рассказывают о том, как она устроена и как написать драйвер, соответственно. Вот эта свобода еще имеет второе наименование, соответственно, open source, звучащее. Наверняка вы слышали open source, это значит, что любой человек может открыть исходный код на том языке, на котором это написано. Эти исходные коды можно почитать, ну, соответственно, скопировать. Свобода номер два. Свобода копирования. Сейчас уже будем знать у нас. Свобода копирования и распространения. Распространяйте, копируйте как угодно, через сайт, через флешки, через что угодно, кому угодно. То есть не только себе, а всем. Есть программы, которые акцентируют вот именно эту свободу. Правда, они зажимают все остальные. Называются шароварные. Share, share. Правда, там реклама. Правда, нельзя в исходный код лезть. Ну, пожалуйста. Я сейчас смотрю. И последняя свобода номер три – это свобода соучастия в разработке. Соучастие